Сейчас, привет. Привет, привет. Всем привет. Все, нету карандаша, не стал больше красить. Так, это кажется тоже красный. Мы его опускаем в молочный лед. Он у меня такой с водичкой сделанный. Я хотела заказать мел, но что-то дороговато. Где у вас? Надо оптом брать. Если не в России, конечно, будет дорого. Пересылка. Сто лет тут всех не видела. Да, согласна. Сама тут по всем соскучилась. Привет, привет, знакомые лица. Аня, почему вы серьги не одеваете? Ну, начнем с того, что я вообще не любитель побрякушек. Вот.
А все, что на мне, это подарок или мамы, или моего мужа. А серьги я носила с 20 лет. Мне подарила мама такие классные с камушком, наподобие как у принцессы Дианы, только маленькие были и с брюликами. Вот я их теряла, одну серьгу, наверное, раз в 10. И последний раз ее потеряла, не могла найти, искала, увидела ее в ванне, прям у слива. И я потеряла замочек закручивающийся. Я их сняла. И все никак не сделаю. Нужно ехать делать, мне все некогда. Вот поэтому я не ношу. Вот. Что грызете красный с пастой крымской? Вкус появился. Так, поехали дальше. Нагрызу сегодня. Ай-ай-ай. Нога сочеталась. Цвет облаков. Что это у нас тут? О, это щербет. Да не надо извиняться, все нормально. Ничего, глупость. Бывает такое. Думаешь об одном, а говоришь совсем другое. Хорошо. Так, щербет и паста. Молочный лед. Тут даже не паста, такой сироп, я бы так сказала бы. Вот на этих, ну, вот этих тут не видно. Тут еще вкрапления есть. Ну, не видно. Я, кстати, в августе буду переделывать ногти. Буду делать себе новое покрытие. Акрил. Тонкий-тонкий. Это понравилось. Девочка у меня отучилась. Массимо. Так тихо и спокойно эфире. Да, лайки. Как твои дела? Где пропадала? Ксюша я не вижу с Абхазии. Наверное, работает. Какой был самый первый мел у меня, да? А, я заказала себе белая гора. Белая гора и генерал Ватутин. И они мне сразу понравились. Это тут.
Где мокрый. А жирнючий мелок. Видите, целую тарелку сами слопала. От счастья, что вкус появился. Анют, посоветуйте, пожалуйста, хочу взять килограмм мела, какую лучше брать. Давно эфир, это второй эфир, он идет 20 минут. Вот смотрите, лучше взять пробников, чем один сорт, если вы вообще никакой не грызли. Потому что у всех вкусовое ощущение и восприятие очень разное. Я, например, не люблю песочных сортов. Мне нравятся сухие сорта, некоторые жирные. Но жирные, наверное, тоже приедаются. Но попробуйте, например, новый оскол взять. Волучек взять титан. Или голуби, говорят, тоже жирные. Или красы, например. Что еще там? Карамель, он твердый, но он тоже вкусный. Какие мне помидорки. Прада. Продам помидор. Видите? Ко мне майка классная. Я так уже жду 30 число. Честно, хочу уехать отдохнуть. Очень устала от большого количества людей. И во дворе, и на улице, в магазинах, на набережной, на море вообще. Я рада, конечно, все, кто приезжает отдыхать. Да, это как бы наш заработок. Но такие пляжи переполнены вообще просто жуть. Это карамель. Карамель прикольная. Она и жирная, и как будто не жирная. Средняя. Не залипает. Такие классные крупинки. Поедете в отпуск? Ну вот, 30-го на 3 дня. Максимум, куда я могу поехать. А в этом году, не знаю, наверное, нет. На следующий год будем планировать. Ну, может быть, в Абхазию съездим, еще не знаю. Мел-драгунка пробовали, конечно. А у Юли нет, Юлиного мела у меня нет. Но думаю, скоро будет. Не могу, вот я так не планирую. Вообще бы я хотела бы еще в Абхазию съездить, а там не знаю, поедем или нет. У нас, в принципе, эта поездка будет спонтанной, просто. Куда бы хотели? Куда бы я хотела? Я в Абхазию бы хотела поехать. А если прямо на море куда-нибудь? Да не знаю. В Грецию, наверное. В Питер я хотела вообще-то поехать. В Питере очень красиво. Белые ночи посмотреть, да и вообще просто погулять.
В Анапе есть Макдак. Ну, KFC есть. И Макдональдс. Макдональдс это есть Макдак? Есть. Я не ем фастфуда. Очень-очень редко бывает, попадаю с друзьями, но так. Потому что Макдональдс он на выезде Анапа, в Анапе, в самой Анапе, кажется, нету. Так, последние два куска. И все, я слопала всю тарелку. Какой огородик? У нас вместо огородика гостиница стоит. Нет, у нас есть балкон на втором этаже на гостинице. Там беседка и цветы. Реально. Кому интересно, завтра покажу в сторисе наш двор большой. Всем привет, как и обещала, показать свой двор. Вот у нас гостиница, первый, второй этаж. Вот эта дверь, там я живу, там выход на улицу и на море. Двор, смотрите, какой небольшой. И я вам хотела показать наши земли. То есть это вот единственная клумба. Это Вера, сестра, выращивает у меня здесь помидоры. Вот они, помидорки. Шикарные, урожайные помидорки. Вот они. Это единственное, что у нас есть. Вы просили, я вам показываю. Вот они красивые. Вот вся земля в нашем дворе. Садов у меня нету. Ну там сейчас на втором этаже люди живут. Если я снимала с балкона, то вы видели соседские, говорят, это не наша территория. Mm-hmm.
Как он мне нравится, красный. А раньше, помните, на ютубе был мужчина бородатый, большие глыбы грыз. Вот он мне нравился. Я не видела такого. Сейчас уже не грызет. Да, он 3 раза про нее сказал. Это все по делу рассказал. Что-то с Кинг никнейм связан. Хорошо, я никого не смотрю, кроме Анюты. Спасибо. Я ВКонтакте смотрела, прикольно, куда-то пропал. Клёвый был. Бородатки четкий был, я не винила. Надо посмотреть, поискать его на ютубе. Ваши видосы на ютубе обожаю. Жалко, что инстаграм, блядь. Мне тоже очень жалко. Послание от девочек, да? От фанаток. Мы, к сожалению, не знаем вашего ника. Девочки его не помнят. Я вообще первый раз слышу. Но бородатый мужчина, который грыз большими глыбами мел. На ютубе у вас вроде как 3 видео. Вернитесь. У вас есть люди, которые хотят дальше продолжать слушать и смотреть ваш хруст. Вот, если вы нас смотрите, возвращайтесь. Все, послание передано. Так, Исмаил это вроде был. И был Кинг. Я про него не говорю, но я не помню бороду. Вернитесь. Все. Кинг и Михаил 2 разных. Так, это 2 разных человека. Сейчас мы все перепутаем. А если он побрился, девочки? Нет, вовсе не другой. Исмаил — это муж Эл Чалк. Так, вы чужих мужей-то не путаете? Меломан, если вы про того, кто мне больше не нравится. А, все, понеслось, все запутали уж, девочки. А, да, меломен, что-то созвучное. Блин, я почему-то думала, Кинг и Исмаил одно и то же. Видите, сколько мужчин? Он с Украины. Нет, не с Украины. А Михаил кто такой? Так. Да, с Украины темненький. Еще был мальчик, который с СМС-04 снимал. Ой, мне не очень мальчик этот нравится. Он поташный чересчур для меня. Да, я вас всех обнимаю. Спасибо, что пришли на эфир. Я так рада, что мы аж 2 провели эфира, и нас никто не обидел. Мы обязательно еще раз проведем эфир.
Обязательно, вот, кстати, песчанка моя. Ой, ой, ой. Ку-ку. Вот песчанка моя. Видите? В следующий раз мы будем грызть. Все падает. Что делать? Помогите, помогите. Вы падаете у меня. Так, я не могу держать. Так, тихо, 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 тихо. В следующий раз мы обязательно проведем эфир с песчанкой. Вот. Спасибо за классный эфир. Пожалуйста, девочки, пожалуйста, спасибо вам. Пока-пока, прекрасно, Анна. Пока-пока. Вы как будто я какая-то это принцесса. Но уже нет, по возрасту уже должна быть королевой быть. Так грустно тут тарелка. Это что грустно, мы наполним ее завтра. Спокойной ночи, спокойной ночи. Всем-всем спасибо. Спасибо, девочки. Всем спасибо, всем пока. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем хорошего настроения и прекрасного сна. Спасибо, что пришли на эфир.